Гвоздик сыграет на геймпаде, я накладываю. Придурок. Ой. Да я. Да это я, убери клапаш с геймпада. Она сломалась. Сломалась. Она просто смотрит в жопу. А как в конце-то повторно? Твою мать! Ой, ёбаный мать! Ееей! О, ещё на гряды! Вау! О, смотри, сколько, смотри! Смотри, трутся там на стенке, трутся! Один пробежал, взял ключик, всё, выпрыгнул, это я, да! Смотри, там ещё один трётся! Смотри, опа! Оп, один сдох, всё, этот крутой такой, оп! Читачок, всё, сквозь закрытую дверь, красава вообще! Убился! Ой, рано прыгнул, уперся в потолок. У нас мидбой, это, блин, мясистый пацан, кровястый. Мясистый. А это какой-то, блин... Говнястый. Щитбой. Щитбой. Щасть, да. Супер щитбой. Три девицы у окна взяли стекловолокно. 10-я кнопка. Вау. Да ладно! Да, Тёма, ты придурок! Я просто смотрю, если я жму спринт и нажимаю эту кнопку двоечку, то она как бы заедается. Заедается она у тебя? А запиваться она у тебя не хочет там? Не знаю, она не запивает. Ты смотри, я его вгоняю, все, погнал, сделал, да! Мужик, давай. Соль. Давай! Ой-ой-ой-ой, куда мне? Извиняюсь. Ой, я даже пластырь взял. Пластырь? Да. Вау! Ой-ой! Так быстро, бро. Могёшь. Вообще, а погнал. Вообще, я скорострел. Ох, да. Не-не-не-не-не, не в том смысле. Твою мать! Мать! А что я оглох? Тёма, ты, по-моему, вообще ни на одной карте ещё дальше, чем до середины не зашёл. Человек, блин. Печень, почки, лэмпа. Редовый. А я знаю, что я говорю. Давай уже стартуй. Меня подбили. Треугольник АОБ равен треугольнику АУД. По первому признаку равен треугольник АО вообще. А угол АОБ равен углу АУД. Равен 90 градусов. Так как АС параллельно БД, а БО равно АД. На свойстве диагонали параллелограмма. Равен треугольник следует, что АБ равно АД. По свойству противоположным сторонам параллелограмма. АД равно БС, а АБ равно СД. Все стороны. Параллелограмма АБ с СД равны. Значит, он является ромбом, что и требовалось доказать. Под луков как бы. Нет, не буду. Молодой дуброс хотел заняться делами. Сестра из школы пришла грустно. Она получила тупой. Охренеть! Она сидела за столом, медленно. Мы продолжим. Ребята прибежали на место происшествия первыми. Ну, за стол.
Моргиш получился. Да. По окончании института Федор должен был возвратиться к селу Агранному. Какой Федор? Ольга Николаевна еще с детства стремилась стать врачом. Это мама, что ли? Что-то у тебя вообще там детективы. При большом старании Геннадий мог бы стать победителем. Ну что, не помнишь? Геннадий. Ребята, ребята в соревнованиях по бегу на короткой дистанции пришли вторые. Там мысли какой. В соревновании брат бегал одарченным, мой брат мог стать механиком. Бегал на соревнованиях, но стал огорченным, потому что мог стать механиком. Огорченный механик. А, обращаться с ним должны на вы. Дорогой хлеб, я обращаюсь к вам, потому что вы, как сказал Артемий, являетесь залогом выживания человечества, залогом какого-то там говна еще. Так что долгих вам лет жизни. Да, только покупаешь хлеб такой. Блин! Достаешь его, распаковываешь. Мистер Хлеб, можно я вас порежу? Он такой, nope.